Сокол и щеглята. Вернувшись с охоты, сокол, к величайшему удивлению, обнаружил в собственном гнезде двух щеглят, сидевших бок о бок с его неоперившимися птенцами. Он был не в духе, потому что охота в тот ненастный день не удалась. Попалась одна мертвечина. А соколы, как известно, скорее умрут с голоду, но никогда не станут питаться падалью. При виде незваных гостей он еще более озлился и хотел было выместить на них свою досаду и растерзать их в клочья, но вовремя одумался. Даже в гневе негоже соколу обижать беззащитных пичужек. «Откуда вы взялись здесь?» – грозно спросил хозяин гнезда. «Мы заблудились в лесу во время дождя», – пропищал еле-еле один из щеглят. Хищник метнул на него гневный взор. Его распирала злость и мучил голод. Дрожа от страха, два щегленка прижались друг к другу и не смели ни вздохнуть, ни пикнуть. Оба были жирненькие и упитанные, но такие беспомощные и жалкие, что гордый сокол был не в силах наброситься на них. Он только закрыл глаза и отвернулся, чтобы не поддаться соблазну. «Вон отсюда», – зычно приказал хищник, – «чтобы духу вашего здесь не было». И когда те стремглав полетели прочь, сокол обернулся к своим голодным птенцам и сказал: «Наш удел – крупная добыча. Лучше умереть с голоду, чем позволить себе поживиться невинной птахой».